Опять, ну нормально, живой. Куда раненый? Куда, куда? Ну это же ногу, минометом прилетело, осколком прилетело. Ой, вытащили? Да, да, нормально. Ну и как, ты ходишь, нормально все? Ну, мышцы перебиты. А как, почему ты не в госпитале? А, это нам это еще, это награждать нас будут. Да ты что, мальчик мой, дорогой. Медаль за мужество. В подвале живем. В подвале, да? Да, каждый миномет обстреливает. Ой, господи, сыночка. Тяжело, мам, тяжело, страшно бывает. Артиллерия. Я знаю, сыночка. Артиллерия стреляет по нам, страшно всем. Я звонил в министерство, я говорю, я говорю, скоро с ума сойду. Не переживай. Вчера это азовцы наступали на нас. 17 часов. Ой. Стреляли. 97 трупов нашли. Полегло 50 вчера. В подвале укрывались, да. Надо было мне перебегать на рации, сел, надо было за рации бежать. Побежал, миномет стрелять начали, осколок в ляжку прилетел. Ой. Сына, я тебя умоляю, я смотрю. Осколок сохранил, домой привезу, покажу. Вчера вот лучший друг с кем я дружил, осколок минометный другу в затылок прилетел. Ух ты, господи, господи. В течение 3 дней мы должны отойти на второй фланг. Закрепиться там у нас. Одно греет, то, что дивизия ВДВ у нас в 20 километрах от нас. Ну а на отдых вас никуда не отправляют? Нет, конечно, мы как были, у меня грязные, есть как рваные, как они собака хожу. У меня все роту разбили в разведку мою. Твою, которая оттуда? 5 человек живых осталось. А твой этот самый живой этот товарищ Леха? Нет, убили тоже. Да ну на. Угу. Мужики, которые в Чечню прошли для компании, они говорят, если был бы выбор, если бы в данный момент была война на Украине, не Чечне было бы, не Чечне, может, я ничего. Сыночка, возвращайся домой. Возвращайся. Конечно. Потому что мы уже, я думаю, в каком месте, на каком направлении, что там, как там, живой, здоровый. Город Харьков, Московский район. По 2 часа сплю в день. Теперь буду смотреть Харьков, буду смотреть. А то я все места гляжу, все места смотрю, не знаю, волнуюсь. У нас там были, это Верхняя Роганка, поселок, это Веселое. Вот.